Может, не будешь снимать? Не будешь выебываться? А может, вы не будете нецензурно выражаться? Как вас зовут? Альфред меня зовут. Меня зовут Ислам. Ислам. Ну посмотри на него. Что, издеваешься, что ли? А что случилось? Улыбку тебе ебанут. Ислам, объясни, человек. Сейчас приедут оттуда, ребят, заберут тебя в отделение, напишут по поводу, заявление. По поводу. По поводу. По поводу вот так стоишь за то, что улыбаешься. А я у себя на работе. Я сейчас объясняю. Есть два варианта развития событий. Давай. Либо вы вот отсюда и заканчивая концом убираете все вообще. Наполовину. Не, вообще, чтобы их видно даже не было. Да. Они не должны на дороге стоять, да? Либо я их увожу сам. Я их положу в багажник и увезу. Раз ты так решил, я все убираю. Хорошо. Я у вас телефон беру. Да. Возьми палку в сеть. Убери вот так и сделай. После. Вечер добрый, федеральный проект Stop Pump. Вы стоите на пересечении трех тактильных плит на тротуаре под знаком. Ну. Что, ну? Тут нельзя стоять. Перепаркуйтесь, пожалуйста. Вот так, да. Я отъеду, не проблема. Ну, отъезжайте. Как себя ведете? Как так? Мы вас попросили. Могли бы ли вы убрать свою машину? Сука, блядь. А что на меня все люди смотрят? Люди смотрят, потому что вы встали, вон. Затрудняет передвижение. Мы пока общаемся, мы не хотим клеить. Они не могут пройти из-за вас. Что? Какие документы? Вы сотрудник? Нет, давайте так вопрос посмотрим. Вы уберете или нет? Не души. Вот так вот. Вы не отъехали. Не надо клеить. Подожди секундочку. Вы отъедете? Я отъеду. Сейчас. Клей. Да все, надо было отъехать. Если вам не сложно, вы могли бы буквально на 30 сантиметров отъехать. Спасибо большое за внимание. Добрый день, федеральный проект Stop Pump. Я хотел уехать. Не, можно просто немножко съехать, чтобы люди могли проходить по тротуару. А, хорошо. Просто видите, здесь не пройдет. Спасибо за внимание. Вечер добрый. Федеральный проект Stop Pump. Вы стоите вторым рядом, могли бы припарковаться. Короче, смотрите, я сейчас один тебе отвечу. Нет, если вы сейчас не ответите, я наклею. Если ты наклеишь наклейку, я тебе отвечаю. Что? Что мне это не понравится. Ну и что? А мне не нравится, что вы вторым рядом стоите. Я сказал, тебе человек выходит 15 минут до девушки. Федеральный проект Stop Pump. А, вы стоите вторым рядом. 5 минут. Давай, сейчас 41, 44 мы подойдем. Вам даже 2 минуты дали форы. На втором ряду вы стоите и ждете. Да где угодно, нельзя вторым рядом стоять. Вы знаете? Вы же прекрасно знаете лучше меня. Вы же в такси работаете. Что? Что слышать, блядь? Не легче было отъехать? Нахуй пошел. Максимум, что я могу сделать, это попросить вежливо. Наклеить наклейку, я даже две наклею. Тихо, подожди.